томиться. Надоело мне на солнышке томиться. В день рождения давно, на уме у всех одно. Так-так-так. О чем же именинники думают и гости на день рождения? Я с котом вполне согласна. Хватит сидя всем сидеть. Каравай, пойдемте есть. Ух ты! Точно! Я совсем забыл! У день рождения тоже свои уставы есть. Нужно каравай испечь и не забыть на нем все свечечки зажечь. Ну так а что ж мы тогда на месте сидим? Давайте поднимаемся все с мест. Все к нам сюда, скорее большой-большой хоровод. Большой-большой хоровод сделаем. И испекем нашему любимому зоопарку большой-большой огромный каравай. Шире-шире все вставай. Шире-шире разбегайся. Так, присоединяйся. Только чур мы не толкайся. Ты знаешь, Фома, мне кажется, участников так много. О, большой каравай получится. Здорово. Ну что ж, давай мы станем большой, еще шире, шире. Давай с тобой. Еще шире, шире, шире. Ого, вот это да, желающих как много. Здорово! Ребят, мамы, папы, вы все знаете, как каравай печется? Слова помните? Давайте вспомним. Что нужно петь? Начинайте. Кто знает слова? Вот знаю. Сразу каравай, каравай, каравай. И так сказать, самые сливки, самые вкусняшки собираются у нас здесь, в центре нашего круга. Ну что же, я тоже присоединяюсь, наверное, к вам. Все пойдем в правую сторону. Готовы? Повернемся все в правую сторону. Вот сюда. Итак, поехали! Пошли! Выберут тех, кого любят они больше всех. Кто вам понравился, берите сразу двоих. Итак, давай мы тебе выберем. Девчонки, идите со мной. О, жираф понравился. Вставайте теперь в свой кружок. Я тебе уже привел обезьянка. Вот так вот. Держи ее за руку. Держи за руку. Итак, у нас тут свой кружочек. Бери за руку. Все сомкнулись. Бери за руку. Так, вот за тебя еще. Соединяйтесь. И попробуем еще разок. Смотрите, какой вкусный получается у нас каравай. 3, 4. Идем в правую сторону. Как на наш день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нежины. Мама, убирай. Давай. Вставайте к нам сюда, в серединку. Вот, беги в серединку. Беги к нам в серединку. Беги в серединку. Сейчас мы выберем. Иди скорее в серединку. О, пойдемте. И ты в серединку. Ну что, каравай у нас растет, растет. И вкуснятина просто. А теперь пойдем в другую сторону. В другую сторону повернулись. Итак, громко поем. А то что-то я вот слышу себя, слышу Фому, а вас совсем не слышу. Приготовились, начали! Вот это крыло. В ту сторону, в ту, в ту. Как на наш день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нежины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. А мы выбираем вас, присоединяйтесь к нам. И вас тоже, так, и проходи, ты к нам, и ты иди к нам. Присоединяйтесь к нам сюда,
в каравай. И вы к нам присоединяйтесь, идите к нам сюда. Соединяем. Соединяемся, присоединяемся. Итак, соединились. А вот тут где соединились? Вот, петух, держи его сюда. Ну что ж, попробуем еще разочек. Начали, приготовились, пошли! А мы влево идем, да? Влево, влево. Как на наш день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой ширины, вот такой ужины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Фома, да. Я предлагаю выбрать всех. Мне здесь все нравятся, и всех я полюбил. Поэтому давайте встанем еще раз в один большой красивый круг. В один большой-большой каравай. Присоединяйтесь к нам все, маленькие и большие. И мы дружно попробуем еще раз спеть и задуть свечи. А мы с тобой, Фома, будем свечками. Но нужно хотя бы еще немножко. Давай мы сюда животных и позовем. Идите к нам сюда, лисичка, обезьянка, идите к нам сюда. Мы сегодня будем еще и свечками. А свечки у нас что делают? Сверкают и так вот. Итак, а вы нас будете задувать вот так, смотрите. Договорились? Конечно же, ведь на каждом праздничном пюроге должны быть свечи. Итак, приготовились, идем все в правую сторону. Нашли правую сторону, в какую сторону пойдем? Идем, идем, вот, придем туда, правильно. И как на наш день рождения испекли мы каравай. Вот такой вышины, вот такой нижины, вот такой. А скорее свечи задувай! Отличный, вкусный каравай! Смотри, сколько много участников! О, кстати! А теперь я предлагаю отправиться в игровое путешествие! Вы готовы? Вы согласны? Тогда... Давай скажем спасибо нашим участникам и отпускаем их дальше гулять и веселиться. Ну что ж, обезьянки, лисички, скачите куда-нибудь, скачите. А мы ручки не расцепляем, потому что сейчас мы с вами отправимся в игровое путешествие на веселом паровозике. А паровозиком... Я буду начало. О. Итак, я буду начало. Да. Давай вот как сделаем. Цепляйтесь за меня. Давай с тебя начнем. А, вы вместе, да? Кто за меня тут? Вот, цепляйтесь за меня паровозиком. Потому ну, можно и за меня тогда тоже цепляться. А, потому что нас много-много всех. Только обязательно у нас вагончики не расцепляются и держатся друг за друга крепко. Смотри, какой у нас огромный паровоз. А у нас тоже огромный и самый красивый паровозик. Ну что же, кто хочет с нами поиграть, присоединяйтесь, садитесь к нам в вагончики. Мы... Родители тоже присоединяйтесь, пожалуйста. Отправляемся. Полный вперед. Поехали. Разойдись, ступенька, аккуратно. А почему один я шумлю? Я что такой, звонкий паровоз? Давайте все вместе погудим. 3-4. Итак, ребят, предлагаю поиграть. Здорово. А будем играть сейчас. Кенгуровые бега. Но кенгуру-то у нас что делают? Прыгают. И я с удовольствием предлагаю вам вот такие вот прыгушки. Нужно сесть и поскакать. Встали на место. Я сейчас позову. Так. Давайте сделаем фотка. Паровозиком мы стоим, мы одной большой. Уходим вот туда далеко, где колодец. Колодцу за колодец. Развернулись все.
не спиной уходим, а лицом. Развернулись и вперед пошли. И старт у нас будет от волшебного колодца. От волшебного колодца, да. Вот отсюда. Вот, вот. Колодец-то не надо, а там в колодце нет ничего. Ну что ж, вот мы рядом. Ага, как вас много, и всем хочется поиграть. Итак, кто у нас подскачешь первый? Раз, все стоим так, на месте. Встаем со мной, быстренько, быстренько со мной встаем. За мной встаем, от колодца у нас будет старт. Паровозик вот сюда, в один большой паровозиком паровозик. За игроком, за каждым шариком вставайте паровозиком, ребят. Вот ты следующий подскажешь, да, за этим? Ты следующий. Вот, тут уже ребят поняли, что делать надо. Назад. Ты у нас первый подскажешь, и потом второй подскажешь. Разворачивайся. А где у нас еще? О, развернулись девчонки, дальше отошли. О, всем будет видно. О, мама, это столько прыгунов у нас. Сейчас посмотрим, кто у нас самый-самый прыгучий. Итак, будем скакать, кто меня и обратно. Готовы? Мама, что? Что, мама, вы не готовы? Нет, мы вам тоже два отдали. Это ваша команда. Итак, все готовы? Нужно допрыгать до... Вот докуда хама будет прыгать? До тебя и до меня. Так, и возвратиться обратно и отдать свой мяч следующему участнику. Итак, приготовились. На старт. Внимание. Внимание. Попрыгали, попрыгали уже. И обратно, 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 обратно. Да. Отлично. Поскакали дальше. Отдаем следующему. Смотри-ка, мне кажется, это не кенгуру. Это лягушата. Точно, очень похоже. Вы со мной? Молодец! И обратно! Косички скачут! Все берем и почему-то скачут! Давай, догоняй скорей! О, там забыли, как сидеть на шаре! Вот, куда же вы без мам? Никак без мам нельзя! Помогаю! Здорово, здорово, давай быстрее, быстрее! Давайте помогу! Обратно! Ух ты! Оказывается, нелегкая эта работа. Хотя и весело. Меняемся, меняемся. Кто еще не прыгал, скачут, прыгают. Опа! Давайте их поддержим нашими аплодисментами. Не стесняйтесь, к нам присоединяйтесь.
посмотрим, как родители слюкают. Как родители? Давай посмотрим. А с тобой родителям. Итак, нам нужно 4 мамы. Раз мама, 2. Давайте вам шар найдем. Так и нам сейчас мама приду. Нужна. Да. Второй человек и еще один. Сейчас посмотрим самую прыгучую маму. Маму в брюках. Вернется у нас. Да? Ну что, даем мамам шары наши, мечи. Забираем один. Раз. Так. Молодец. Вот. Подожди. А давай на желтый и красный посадим папу. А я думал, папа сядет. Папа же на желтый сядет. Папа. А ты решил туда и обратно? Маму уже готовы. Три. Ну она прыгает, потом и следующий, правда? Да-да-да. Еще один папа самый смелый. Давай сюда. Давай мы найдем маму смелую. Давай поменяемся. Где? Да. Кто? Нету больше никого? Идите сюда, конечно. Так вот у нас папа согласен был. Да, ты смотри, как-то он не согласен вроде. Уже зато мама сейчас. Так, вот у нас есть мама. Вспомни, товарищи родители, ну и что так, ж вы? А им дистанцию увеличили. Каждый день рождения это праздник из детства. Ну что, вы на меня, мы вдвоем до него. И обратно. Я думаю, группа поддержки у нас есть. Есть! А мы будем поддерживать. На старт! Внимание! Поехали! Должны обязательно получить от Ярославского зоопарка какой-то сувенир обязательно. И не только сувенир, сейчас буквально, но и самые звонкие бурные аплодисменты. Мама, ты мне говорил, что можно передавать, научи. А для этого нам нужно построить с вами 2 больших-больших паровозика. Ага, вставайте за мной. Паровозик Фомы и паровозик Еремы. За мной длинный паровозом до самого конца. Так. Вот, да-да-да-да-да-да. И выпрыгали. Итак, мой паровозик за мной. У Еремы свой паровозик, у Фомы свой. Дальше один большой-большой прямой паровозик. Родители тоже могут поучаствовать обязательно. Вспомнить, что такое детство, прыгать уже не придется, если вы боитесь. Настя, Настя, я проверю твой паровоз. Стою, вот, ровненько стоит. Так. Мне кажется, длиннее, чем у тебя паровоз. У тебя, кажется, покороче паровоз. Да нет. Паровоз. Ну, так и быть. Вот такие большие, да? Да. И что делать надо? А теперь слушаем внимательно. Все команды расцепили ручки. Друг за друга уже можно не держаться. Подняли ручки вверх. Конец колонны. И обратно. Чья команда быстрее справится, те и победители. Договорились? Да! Арбузы не кидаем очень аккуратно. Каждый должен дотронуться до своего арбуза. Итак, вот сюда кого-нибудь постарше наперевод. Давай. Итак, раз, два, три, поехали! По рукам передаем в конец колонны и тут же назад. У кого в начале паровозика окажется наш волшебный арбуз. И обратно, обратно. Вот так помогать-то можно и не помогать. Ура! И команда желтого арбуза, то есть моя, пока победили. Мне кажется, вас просто меньше. Да? Да. А мне кажется, что мы просто быстрее. Ну ладно, у нас еще есть игра, где вы можете обязательно победить. Рассказывай. А теперь нам нужно... О! Что? Вот так вот нам нужно встать и ножки вот так вот далеко сделать. Ого! Вот так. Я что-то не маленький, вижу, что да. Маленький, тут на помощь может прийти смекалка или родители. Если кто-то маленький и арбуз не пролезает, то можно аккуратненько поднять ножку, как собачка. Итак, да, можно так вот пукать одну ножку. Так. Главное передать всей команде и вернуть обратно. Так, ну могут родители подсадить самого малыша. Так, оп. И
а я буду помогать. Так, мы катим наш арбуз вот по этой вот дорожке внутри. Стоп, еще не начали. В конец колонны и тут же обратно. Чей арбуз будет первый, те будут молодцы. Приготовились, начали! Опа, поехали! Так. Оп-оп-оп, держимся на ногах. Можно ножку поднять. О, куда же мы безрослые? О, получается, застряли. Есть, ногу новую. Одну ногу поднять. Толкаем, толкаем, толкаем. О, молодец. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Отлично. А теперь обратно. Отлично. Еще один. Возвращается и желтый, и красный арбуз. А мы полосатые впереди планеты всей. Ну, наконец-то! Ну, знаешь, мне кажется... Ну и пока один-один. Если бы нам не помогли родители! К родителям аплодисменты, а нам тоже аплодисменты, а потому что мы честно играли. Все еще? Нет. А как же еще? Такого быть не может, чтобы счет был 1-1. Так. Кто-то должен победить. Вот, тогда давай сделаем вот как. Давайте повернемся друг к другу лицом. Обе команды вот так вот. Команда к команде повернуться лицом. Вот. Посмотрите на меня, развернулись вот, на меня. Посмотрели друг на меня друга. Лицом, на меня улыбнулись лицом. Широкой улыбкой, потому что сегодня скучать никому нельзя, потому что сегодня праздник. Смотри, так. Мы вроде смотрим друг на друга. И что же теперь? А теперь ручки поставили за спинкой, вот так вот. И с помощью волшебной пипочки, вот, вот пипочка у шарика есть, передаем наш арбузик в конец колонны и обратно. Ага. Вот за волшебную вот. Пипочку. Сейчас мы быстро сделаем все. У нас тут, смотри, какая группа поддержки, обалденная. Итак. Приготовились! Начали! Поехали! Родители начали быстренько вухлевать, быстренько помогать. Молодцы! Сзади детей создалась еще команда родителей. За пимпочку! Победила дружба. Ребят, потому что каждой команде помогла команда родителей. Ура! Давайте друг другу поаплодируем. А теперь предлагаю встать в один большой круг, потому что... А вот так вот мы просто ручки соединим. И шире чуть-чуть встаем. Пошире встанем. И у нас получится замечательный большой каравай. Вот так. Потому что мне здесь шепнули на ушко, что у нас есть подарок нашему зоопарку. Обезьянка Чичи, иди к нам сюда скорей и подарок свой нам покажи. Слышал я одним ушком, что да. Ты умеешь танцевать. Отлично! А нас научишь? С удовольствием научит! Ну что же, задание очень простое. Под веселую, завойную музыку мы повторяем все движения, которые нам покажет наша обезьянка. Сможешь? За ручки можно не держаться. Конечно же сможет. А мы будем смотреть, кто же у нас самый подвижный. Итак, приготовились. Обезьянка Чичи сейчас нам покажет самый обалденный и, наверное, неповторяемый танец. Я вас вижу, приготовились, начали! Найгюшан. Гюшан. Молодец. Пока что все просто, мы умеем. Сюда, алло. Да, и ручками еще так, так. Thank you.
Героя. Я что увидел? Что увидел? Что наши дети очень любят танцевать. И нужно будет делать то, что поется в песенке. Ага, Вова, то есть получается, в песенке поется, а мы показываем. Да. Легко. Легко. Но для начала мы должны приготовиться сделать вперед 4 шага. Ага, и вперед. Назад 4 шага. Раз, два, три, четыре. И назад 4. Раз, два, 3, 4. А в остальном нужно просто внимательно слушать песенку и делать все то, о чем поется в песенке. Итак, поехали! Слушай внимательно! Вперед 4 шага, назад 4 шага, руки вперед 5 шага. Может быть, заяц волк, а? Давай!
Да, можно встать чуть-чуть. Все очень просто. За кислой вавой все нужно повторять. А мы вам поможем. Готовы? Готовы! О, кислая вава танцует у нас. Лопата. Кислая вава, кислая вава, я ее нарисовала. И мяукает, и лает, кость грызет, клубок гоняет. С кислой вавой поиграйте, все движения повторяйте. Поиграйте!
Сержи! Соседа заносит! А вот и соседа! Вот так вот заносит соседа! Заски заносит соседа! А вот курим с носика! Соседа можно заносить! Вот так! Здорово! Молодец! Слушаем дальше! Киса Вава, киса Вава, на заушки всех держала! И заушки! И танцуем! Потому что сегодня у нас гости! И у
кто? У нас сегодня в гостях Лутик! Иди к нам сюда скорее, Лутик! Давайте поаплодируем! Лутик там просто прилетел! Он нам с Луны поздравления и привет с собой принес! А еще, если я не ошибаюсь, давайте мы сейчас с Лутиком, вот у них на Луне, вот если я на самом деле не ошибаюсь, как-то не танцуют. Научим Лутика танцевать! Отлично! А чтобы нам научить его, ему показать танец и движение, нужно взяться за ручки. Давайте возьмемся за ручки. Большой широкий круг. Места у нас много. Места много, а мы вот этой кучке. Ух ты! Какой большой круг. Лутик, тебе тоже нужно почти что ничего не нужно делать. Тебе нужно только смотреть и за нами повторять. А танец наш называется «Чики-брики». Ура! Наконец-то мы будем хулиганить. Немножко похулиганим. Это можно сегодня. Поэтому предлагаем станцевать танец «Чики-брики». А для этого нам нужно повернуться всем в правую сторону. Вот правая рука, развернулись. Вот сюда. И все, о чем песенки поется, мы будем исполнять. Договорить. А что из этого получится, мы потом с вами и посмотрим. Я думаю, что мы всех родителей насмешим. Поехали! Поехали! И весело по кругу. Идем по кругу! Идем вот в эту сторону, вправо, идем по кругу. Руки на пояс на столе. Чики-брики, кочерышки, мы, ребята, шалуни. Еще руки снова спустились, с каждым разом все повторяется. Руки на пояс. Локти согнешки. Локти согнули. Идем. Чики-брики, кочерышки, мы, ребята, шалуни. А теперь снова ручки спустились, снова все повторяем сначала. Голову на чего себе? Чики-брики, кочерышки, мы, ребята, шалунишки.
аплодируем. Ну что, Лучик, тебе понравилось? Ну что же, ты теперь можешь этот танец показывать всем на Луне, разучивать, веселиться и отдыхать. А мы с тобой прощаемся и говорим тебе спасибо! До новых встреч! Ушла? На телеграме «Россия». Ушел, да, Лучик? Ну что, Фома, поиграем еще? Мы не устали? Все мигает. Ну тогда, конечно же, поиграем. Ну что, Фома, рассказывай правила игры. А мы сейчас с вами будем кататься нашим паровозиком, но не просто так, а через волшебные ворота. Нужно будет только слушать внимательно музыку. Пока звучит музыка, волшебные ворота будут открыты. Как только музыка остановится, волшебные ворота закроются. А волшебные ворота у нас будут состоять из родителей и добровольцев. Так, родители и добровольцев. Кто самый смелый? Сейчас я буду с вами. Вот у нас есть один помощник уже. Так, вот это у нас познакомились волшебные ворота. Музыка звучит, мы едем. Как только музыка закончилась, ворота закрылись, и кто в ворота попадает, тот с ними в клуб встает. А пока мы ходим через наши волшебные ворота, у вас есть большая возможность. Ну, кое-что, если вы не попадете, то вы... Итак, готовы? Весело через ворота проходим. Только вагончики наши ни в коем случае не разбегаются. Вот. И поймали одного в трамвай ворота наши. А гость... Мы проходим через ворота, и гость входит. Поехали! А что ж бояться? Держитесь, да? Ты кусается. И осторожно, ребят, сильно не бежим, потихонечку идем. Не падаем, не спотыкаемся, не толкаемся, осторожно идем. Так, вагончики, да. Поехали! Поехали! Так, ручки соединяемся, а ворота растут все шире, шире. Ребят, мы не бегаем, мы спокойно идем, потому что мы играем с вами на асфальте. Можно упасть пораньше, соединяйтесь, скорее, гоните. Поехали! Поехали! Еще твои! Дима, вы растите все больше и больше ворота делаете. А вот наши растут. Мы готовы, отправляемся дальше. Не бежи, не бежи, меня спокойно, ребят, тише, аккуратно. Осторожно, не падаем. Опа! И сразу пятерых. Четверых. Встаем в общий клуб, присоединяйтесь и деловей хвостик. Проходим логи хвостик. Здесь не бежим аккуратно. Где мой вагончик? Поехали!